Здравствуйте, вы смотрите репортерский отряд «Нью». Это значит, что у вас выдалось 5 свободных минуточек, так как с недавних пор вы все время много работаете, потому что времена нынче пошли нелегкие. Мы все понимаем и не займем у вас много времени. На днях состоялось заседание областной думы, где депутаты рассматривали несколько десятков животрепещущих вопросов. Там же присутствовал губернатор области Валерий Радаев. Остатка средств на счете областного бюджета от УФК в размере 4 миллиарда рублей. На самом деле, мы, конечно же, не уверены, что он играл в Angry Birds. Может быть, по совету друзей, он приобрел йотафон, потому что Apple дорожает, и это сейчас модно. А может быть, йотафон подарили ему в Москве, когда он туда ездил, встречался с людьми. Неважно, чем бы он ни занимался на заседании областной думы, это было гораздо лучше и интересней, чем слушать областных депутатов. Зачем их вообще слушать? Что они могут сказать такого важного, что было бы важней, чем циферки на банковских табло, где показываются курсы валют? Циферки эти в последнее время постоянно меняются, и что-то мне это напоминает. А еще эти красные огонечки похожи на свет. Свет в конце туннеля. Свет от фар приближающегося поезда. Кстати, о поездах. На днях также состоялось заседание городской думы. Нет-нет, это не та картинка. Это ошибка при монтаже. Мы ее заметили, но не стали исправлять. И пусть это будет единственная ошибка в нашей жизни, которую мы не исправили. Так вот, стояло заседание городской думы. Там поднимался вопрос, почему в Саратове в очередной раз перестали вывозить мусор. Участники заседания так и не пришли к единому мнению, но высказали предположение, что это несовершенство законодательства. И это так естественно, потому что, например, в отношении геев у нас совершенное законодательство, а в отношении мусора нет. Ситуацию спас наш постоянный герой Олег Грищенко. Он затронул другую проблему, после которой проблему мусора можно было считать исчерпанной. Олег Грищенко заявил о том, что в Саратове в будущем году не будет денег на ремонт дорог. Их и в этом-то году не было, и в следующем не будет. Потому что те 500 миллионов, которые они собирались заложить на ремонт дорог в 2015-м, пойдут на переселение жителей из ветхих и аварийных домов, как того требует федеральная программа, в которой Саратов участвует. Вот вся ситуация, поэтому следующий год опять, по сути дела, мы находимся без денежных средств. По дорогам. Не успели люди проникнуться и этой проблемой, как Олег Грищенко рассказал, третью уже в виде легенды. И вот теперь будет про поезд. Знаете, как поезд? Поезд вот если разогнать, у него когда заканчиваются ресурсы, которые двигают машины, он сразу остановиться не может. Он идет, а постепенно, потихонечку двигается. Вот, в городе сегодня происходит практически то же самое. Мы разогнались, когда у нас были возможности бюджетные, более-менее определили пути развития города. Но, к сожалению, уже как 2 года мы остановились, потому что бюджетные деньги, которые город зарабатывает, они изымаются. У нас на другие приоритеты, которые, к сожалению, определяем не мы. Вот вся проблема. И когда она закончится и какие будут перспективы в дальнейшем, я вот, если честно, сказать не могу. Что, вам не по себе? Так, мы сейчас уберем ваше волнение по методу Олега Грищенко. Так, в общем, так. А вот у них, в Америке, в городе Фергюсон, там такое творится, что и словами описать нельзя, что там творится. Это просто ужас, что там творится. Вы даже не представляете, что творится в американском городе Фергюсон. Продолжаем. Общественные пираты Саратовской области... Простите, общественная палата Саратовской области провела выездное заседание под названием «Рейд». Члены палаты под предводительством Александра Ландо и Юрия Виткина взяли на абордаж очередную лавку продовольственных товаров.
Сначала им не понравилось, что на упаковках с сардельками стоит какая-то сомнительная дата производства. Продавцы уверяют, да нам поставщики такие сардельки привозят. Вы просто скажите, ребята, скажите своему производителю или оптовику, который получает, что вот с такими вот этикетками мы не имеем права поторговать. Все, они будут писать так, как положено. Еще Александра Соломоновича дико возмущало, что цена на гречку возросла в два раза, а то и больше. Это необоснованно, уверял он. Потом они стали требовать, чтобы им показали мясо. Хорошее ли оно, не заразное ли оно. По закону вы это обязаны. По закону любому потребителю вы должны документацию и все показать. Документация, входящая в вид свидетельства. При чем здесь? Журнал или чисто наш? А мясо? И мясо я никому не должна показывать. Оно хранится в изоляции. А ну что, простите? Это отбор и проб. Да и что дальше? Если он делал следовать, это что, сложно? Нет, я... Оно от этого убавится? Я все думал, а зачем ему показывать мясо? Он что, на глаз экспресс-анализ сделает? Или Александр Соломонович откусит от окорока, а потом они сядут все кружком на стульчике и будут минут 15 смотреть на него. Не меняется ли он в лице? Не закатываются ли у него глаза? Но Юрий Виткин все объяснил, зачем ему нужно показать мясо. Если у вас там все нормально, то чего вы боитесь? Нет, я без вопросов. Ну, а чем? Вы покажите нам, мы не будем копаться. Я согласна, вы пришли, Татьяна. Вы проверяющие. Но у меня есть свое руководство. Без согласия руководства. Позвоните руководство, давайте спросим его. Давайте. Вы нам просто покажите. Мы не будем мы копаться. Мы даже пальцем дотрагиваться не копаться. Будем. Если там все нормально, примерно, то мы повернулись и ушли. Иначе будет сложная проверка. Зачем это вам нужно? Слушайте, ну если им нужно просто примерно, зачем тогда ходить, ноги мучить, бензин жечь? Можно же просто позвонить в какую-нибудь лавку продовольственных товаров и спросить, как там у вас, нормально? Ну, примерно. Ага, хорошо, так и запишем. Примерно нормально, рейд состоялся. В общем, я вот жду теперь, чтобы наши члены, пираты, члены палаты совершили все-таки рейд иного качества. А то в каждую лавку ты не заглянешь, да и продавцов пугать особой смелости не нужно. А пускай они вот так внезапно нагрянут на какой-нибудь перерабатывающий мясо-молочный завод, где делают сардельки и ряженку, и там устроят разнос. Я бы очень хотел на это посмотреть. Пускай потребуют бухгалтерию, пускай потребуют состав, из чего сделано, как сделано, на производство зайдут. Очень интересно. Ждем. И на этом мы прощаемся с вами. Напоминаем, что репортерский отряд не несет никакой ответственности за все сказанное в программе. И вот что, знаете, пускай после мясомолочного завода они заглянут в банк. Александр Соломонович и Юрий Виткин. Пускай потребуют разъяснения, почему растет в цене доллар и евро. И потребуют снизить эту цену. Вот. Тогда мы поймем, для чего у нас существует общественная палата. Пока. А пригубить не надо? Распитие. Ну ладно. Прибежит.